Так, во время выполнения задания вы можете управлять как Керриган, так и Тихака. Используйте F3-F4 или значки героя. Два героя, плохо. Посмотрим, на что способен твой пси-разрушитель. Минск. Рой несет большие потери. Нужно срочно отключить это поле. Дихака. Это центральный узел пси-разрушителя. Устроим ему аварийную остановку. Эти энергетические узлы служат для увеличения дальности действия пси-разрушителя. Уничтожь их, и поле на некоторое время прекратит действовать. Это поле не опасно для меня. Я уничтожу эти энергетические узлы. Как только поле будет отключено, Рой сломает их оборону. Значит, пора действовать. Так, что он там может? Лечиться? Уступы и зарываться. Эссенция течет. Что это за существо? Я иду. Тиранская машина где-то сверху. Я уничтожу ее. Наготове. Зерги! Здесь? Быть этого не может! Разрушителя больше не действует. Подготовьте улей к сражению. Пси-разрушитель перенаправляет энергию. Поле скоро восстановится. Держи меня в курсе, Иша. Пришло время сокрушить Доминион. Нам нужно больше минералов. Время. Вперед! Атакуйте, пока поле отключено! Да не, мы постоим дальше. Разумеется. Время пришло.
Так, а что сделать-то надо? Должен напасть на доминионцев, прежде чем восстановится энергоснабжение пси-разрушителя. Так, мороси. Разрушителя скоро начнет действовать. Сегодня ты и твой рой в последний раз угрожаете человечеству. Дихака, поле снова включилось. Я отвела рой назад. Теперь твой черед. Моя стая готова уничтожить энергетический узел. Время пришло. Я собираю. Это устройство источает огонь и смерть. Я должен подтащить его. Да.
больше эссенции. Я следую. Наготове. Так, ну 5 минут есть, надо поразвиваться дальше. Так, надо построить эту херню с гиблингами. Нам нужны боевые единицы, которые могут атаковать воздушные цели. Чтобы уничтожить авиацию противника, нам нужны гидролиски или муталиски. Разрушителя скоро будет восстановлено.
Отступаем к улью! Время пришло. Остался только один энергетический узел. Уничтожь его. Мы снова сломаем ваше оружие, тираны. Уничтожим энергетический узел. Ваш час настал. Соберите их эссенцию. Эссенция течет. Я следую. Изначальных зергов прибыл. Тревога. Рой не может противостоять энергии поля разрушителя. Нужно отступить. Наши войска атакованы. Одна группа изначальных зергов на подходе. Разрушителя отключено навсегда. Мы должны во что бы то ни стало уничтожить пси-разрушитель. Все в атаку! Во имя Роя! Мрак атакует улей. Говори. Рой, это я. Энергетические узлы уничтожены. Убейте тиранов. Поглотите их эссенцию. Время пришло. Наши войска атакованы. Я позабочусь об этом. Риск.
говори. Мы адаптируемся. Нам нужно больше, Леспена. Да, мы адаптируемся. Рой, это я. Месторождение минералов. Я защищу от тебя человечество, Керриган. Уничтожен. Доложи обстановку, Загара. Мы оттесняем войска Доминиона в императорский сектор. Это был твой последний козырь, Меркск. Не впечатляет. Так, а что тут было? 20... Типа нападать, ну я сидел, развивался, ну и чё? Ничего страшного. Ты оказал мне огромную услугу, Дихака. Здесь я соберу много эссенций. Рада слышать. Ты нужен моему Рою. Эссенция течет, я изменяюсь, я все еще следую за тобой. Довольно слов. Пора заняться делом.
Моя королева, я запомню то, что ты мне сказала. Но время для разговоров закончилось. Пришла пора убивать. Ты права, Задара. Ничья другая помощь не будет столь полезной в этой битве, как твоя. Через час кто-то из нас умрет. Либо я, либо Менгск. Если я выживу, мы сразу отправимся на поиски Амуна. Падший Зелнага. Существо, обладающее немыслимой мощью. У нас нет шансов на победу. Тогда зачем вообще сражаться? Потому что если не сражаться, то нам останется только лечь и умереть. Сдаться и ждать смерти? Или погибнуть в битве с Богом? Мне больше нравится второе. Я с тобой. Моя королева, я готова ко всему. Даже если в этой битве мы погибнем, нам уже удалось сделать невозможное. Благодаря нам незыблемость власти Менгска пошатнулась. Теперь все зависит от самих тиранов. Но это ничего не значит для Роя. Ты права. Но на орбите по-прежнему находятся левиафаны с матерями стаи на борту. Рой будет двигаться вперед, что бы ни случилось. И он больше не будет прежним. Ты чувствуешь, как рушатся все твои планы, Менгск? Как разваливается твой мир лжи и манипуляций? Скоро ты почувствуешь всю боль, которую причинил. Так, ну тут все нормально. Рой превратился в мощное оружие. Величайший лидер. Что? Абатур, возглавляя Рой, я стремилась только к личной мести. Королева определяет цель. Когда меняется цель, меняется Рой. В этом наше предназначение. Знаешь, Абатур, иногда ты мне нравишься. Не понимаю. Общий сбор. Совсем побазарил, наверное. Оружие тиранов уничтожено. Рой готов к наступлению. Остались только защитные системы дворца. Северо-восток чисто. Восточный коридор. Не успеваем. Валериан, пора. Нет, эвакуация в процессе. Я больше не могу откладывать атаку. Обещай, что обойдешь населенные районы. Нет, Арктур мгновенно разгадает мои намерения и использует это против меня. Погибнут миллионы. Ладно, держитесь подальше. Я сделаю все, что смогу. Так, существует много путей, ведущих в императорский сектор, но все их контролируют силы Доминиона. Уничтожить все войска Доминиона, и Рой сможет присоединиться к бою. Жребий брошен, Керриган. Больше ни одна планета не утонет в тени Роя. Кархал выживет. Выживу и я. Отличная эпитафия. Я велю выбить ее на твоем надгробии. Иша, Загара, Стуков, Дехака, матери стаи, все мои королевы, слушайте меня. Время раздумий и взвешенных решений прошло. Сегодня мы уничтожим врагов. Атакуйте и давите их, пока все они не будут мертвы. Thank you.
Не стоило тебе возвращаться на Кархал. Тебя окружают элитные войска Доминиона. Но даже им не удастся спасти твою шкуру. Сколько трупов ты собираешься оставить за собой? Довольно с меня твоей болтовни. Солдаты, разделайтесь с ними. Враг атакует улей. Рой, это я. Говори. Моя месть свершится. Чувствую. Нет, этого не может быть. Чего ты? Королева, приближается крейсер тиранов. Что-то очень знакомое. Джин? Давай покончим с этим. Не думала, что ты вернешься. Мы оба связаны тем, что произойдет сегодня. И мы сделаем это вместе. Джин, спасибо. Благодарить будешь позже. А сейчас покажи им свой боевой оскал. Так, а им помогать надо или что? Что делать-то? Джим, разве ты не должен заниматься эвакуацией гражданских? С этим справятся Валериан и Хорнер. У меня есть дела поважнее. Хорошо. Удерживай левый фланг, пока я разбираюсь с Менгском. База союзников под угрозой. Наши союзники вступили. Нужно больше минералов. Это мой мир. Нам нужно больше минералов. Так, они что, слили, что ли? Чтобы максимально эффективно добывать газ, отправь в экстрактор 3 рабочих. А, зараза, они здесь ноль. Мы адаптируемся.
Нам нужно, чтобы наши союзники вступили в бой. Наши союзники вступили в бой. А что они там вступили? Нормально у них все. Адаптируемся. Так, а где заразитель? А, вот он. Улучшение завершено. Ах ты, зараза. Говори. База союзников под угрозой. Почти готовы к атаке на Доминион. Скоро выдвигаемся. Кажется, твои охранники разленились, Арктур. Керриган, ты заплатишь за это.
зеленый. Эскадрилья Звездная Ярость! Уничтожить Гиперион! К нам приближается чертовски большая флотилия. Пожалуй, помощь нам не помешает. Мой враг атакует Улей. Моя месть свершится. Наши войска атакованы. Авиацию противника нам нужны гидролиски или муталиски. Наши войска атакованы. Моя стая пытается проникнуть в город через укрепленные позиции врага. Если вы ударите по ним с тыла, моя стая сможет присоединиться к вам. Моя месть свершится. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Атакует Улей. Самое. Ребята готовы к бою. Мы скоро выдвигаемся. Наши войска атакованы. Вражеские крейсеры. Сара, я бы не отказался от твоей помощи.
Наши союзники вступили в бой. Бесконечные кристаллы, что ли? Наши войска атакованы. Приготовься. Скоро мы выступаем на Доминион. Враг атакует улей. Thank you.
союзники вступили в бой. Наши войска атакованы. Да. Наши войска атакованы. Наши союзники вступили в бой. Наши войска атакованы. Не хватает надзирателей. Наши войска атакованы. С этим. Атакованы. Это мой. Наши союзники вступили в бой. Райнар, тебе это ничего не напоминает? Как мило было со стороны твоего подельника вернуть мне мою игрушку. А, черт! Эту махину невозможно забыть. Менгск выслал Одина. Сара, продолжай наступление. Тебе надо закончить эту битву. Еще чего? Я тебя не оставлю. Для нас нет преград. Как вы там держитесь? Не волнуйся за нас. Мы еще на коне. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Все, неплохая оборона, нормально, можно гасить эту третью херню. Мы почти готовы к атаке на Доминион. Скоро выдвигаемся. Наши войска атакованы. Твоя королева слушает. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы.
Давай вставим город. Прекрасно. Мы полакомимся их эссенцией. Разумеется. Мы адаптируемся. С императором. Да здравствует королева! Круто. Стражуя.